Привет, друзья! Британская компания Hill Helicopters представила концепцию инновационного вертолета нового поколения HX-50, ориентированного на частных владельцев. Компании трудно будет потеснить традиционных игроков на рынке легких вертолетов, но HX-50 – это первый вертолет за десятки лет, собранный с чистого листа. Все технологии в нем новые. Запуск двигателя максимально упрощен благодаря современной бортовой электронике. Пилоту для этого достаточно нажать одну кнопку. В кабине установлен сенсорный экран, чем-то напоминающий автомобильную приборную панель. Пятиместный вертолет HX-50 будет оснащен турбовинтовым экономичным двигателем GT-50 с высоким КПД и длительным сроком службы. Разработчики обещают беспрецедентный уровень надежности. Его проектная мощность 400 лошадиных сил. В аварийной ситуации в течение 30 секунд он сможет развивать усилия в 500 лошадиных сил. Рабочий ресурс GT-50 между капитальными ремонтами составляет 5000 часов. Планер вертолета и несущая система будут производиться с использованием композиционных материалов. Вертолет сможет развивать скорость до 260 км в час и летать на дальность около 1300 км, перевозя груз до 800 кг. Цена вертолета HX-50 около 665 тысяч долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.